информации. Сейчас мы рассмотрим модель клеромайзера Бака Биотанк 6 от фирмы S-Body. В комплектацию входит 2 нагревательных запасных элемента и непосредственно сам бак клеромайзер. Упакован в такую красивую коробочку. Имеет емкость 4 мл. Сопротивление у сменных испарителей 2 и 2,5 Ома. Вот так он выглядит. Бак клеромайзер имеет несъемный литой муштук, рифленый низ для удобства откручивания, жаропрочное пирексное стекло, 510-й коннектор, что удобно использовать его и на модах различных, и на аккумуляторах Эго, используя декоративное кольцо-переходник. Бак имеет диаметр 20 мм и в длину вместе с коннектором 71 мм. Откручивается основа. В основу встроен нагревательный элемент. На сайте также у нас есть видео по замене спирали в этих нагревателях. Таким образом он закручивается, когда замена происходит. Заправка жидкостью, так же как и во всех с нижним расположением клеромайзерах, вниз муштуком перевернули и заливаете по стеночке. Таким образом. Закручиваете основу. Клеромайзер готов к использованию.